Всем привет! С вами я, Вова Миронов. И сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием GTA Vice City. Автор этой игры Rockstar Games. Да. Ну, то всегда. Давай, заходи. Лайтзоу, ребята. Кстати, если кто помнит, прошлую серию мы с вами еле-еле прошли миссию четвертую, но она была чуть-чуть сложная. Я не понял. Да что за фигня? Алло. Алло, где игра? Надо подождать чуть-чуть. Блин, я уже не помню. Алло, где игра? Черный экран. Блин, ну да, ё, господи. Широкий экран у меня. Ну блин, я вот по-любому знал, что вот что-то произойдет у меня с третьим прохождением. Вот я 100% знал, что у меня вот. Давай, придется перезапустить. Может, сработает? Хотя перезапустить я уже не смогу. А может и смогу, нажав на. Блин, я не вижу, у меня там ночь сейчас. Где у нас? Нажав на F4 плюс Alt плюс F4, да. Сейчас, где у нас Alt плюс F4? Это у нас F1 и F2. Alt плюс F4. Алло, Alt плюс F4. Да пошла, ну, короче, все нафиг, ребят. Подождите-то. Ну, не может быть такого. Давайте браузер включу. О, фу, слава богу. Хотя, может, это и не слава богу. Может, сейчас опять будет та же проблема. Я буду очень сильно грустить. Блин, ребят, вы прокиньте, у меня почему-то GTA Vice City. Да блин, ты правильно. У меня сейчас, вот я вот по-любому знал. Первое прохождение было нормально, второе тоже. Вот я таки знал, что GTA Vice City будет работать на GTA 3. А, боже мой. Единственная хорошая игра тут разработала у меня, это GTA San Andreas. Да, и, кстати, в GTA 5 мы с вами тоже играли. Но я имею в виду, GTA 5 это был еще один год назад. Мы в нее с этим не сможем поиграть, потому что я бы смог сейчас без прохождения, но у меня почему-то PlayStation 4. Короче, в России сделали такую настройку, опцию. PlayStation 4 добавили родительский контроль. Из-за этого родительского контроля PlayStation 4 он мне запретил все игры, которые были стачены. Даже с дисками. Но сейчас они у меня были заблокированы из-за родительского контроля. Если я их переустановил, с дисками у меня они переустановились, с дисками работали. Потому что у меня есть диски. А стачанные уже не работали, только с дисками. У меня работают только FIFA 18, Battlefield 1, Gran Turismo Sport, который мы, кстати, снимали, Watch Dogs 2, который тоже снимали. Дальше Horizon Zero Dawn и Mortal Kombat 11. Вот, мы, кстати, в мои диски снимали только три вещи. Да, Mortal Kombat 11, Gran Turismo Sport и Watch Dogs 2.
Не знаю, буду я снимать FIFA 18 и Battlefield 1, но ну, а смысл не снимать Battlefield 1? Battlefield 1 я уже прошел. Да, кстати, я только что спалился, то что у меня компьютер американский. Да, вы прикиньте, ребята, этот компьютер американский. Не, я имею в виду, у него-то русская настройка, но его создали в Америке. Или это компания? Нет, это, походу, компания американская. Так, сейчас, это, может, еще не все. Так, схема «Добро пожаловать» у нас работает отлично, а вот так будет работать... Рабочий стол. Вот я за рабочий стол переживаю. Добро пожаловать, фон работает здорово, а вот рабочий стол. Подожди мне рабочий стол. Да, кстати, ребята, мне сейчас придется... Не понял. А, все, отлично. Блин, зеленый трансмертик, господи. Нет, вы не подумали, то, что у меня сейчас зеленый трансмертик. Это у меня такой рабочий стол просто. Кстати, скоро я его поменяю, да. Мне вот фон зеленый из трансмерти уже чуть-чуть надоедает, поэтому он меня чуть-чуть стал пудать, поэтому я его скоро сменю. Через один месяц, наверное. Кстати, через один месяц у меня будет день рождения. И так вы знаете, через один месяц я буду делать обзор на мой новый PlayStation 4 диск. Кстати... А есть одна проблема, я сейчас буду ставить на паузу, потому что мой компьютер будет прогружаться целых 10 минут. Потому что, знаете, тогда он прогружается, появляются бабочки. Это я установил такой фейт-вирус, который был, по-моему, во второй части. Во второй части бабочки летающие, который был, по-моему, видео под названием «Фейт-вирус» и вторая часть... Фрайд Найт Фанкин то, что Идзе и Дошират Идзе с Едором. Да. Вот в этом видео, по-моему, они так... Да, и в этом видео они были. Если кто помнит, то посмотрите, они там были. Я помню. Или я не знаю. Кстати, по фейтовым вирусам третья часть будет, потому что я сначала еще не тот вирус. Фейт. А еще мы еще плюс старые добавим. Возможно, третья часть будет финальная. Ну, скорее всего, да, потому что... Я скачал столько вирусов, столько смот. Но, ребята, вот видите, у меня компьютер прогружается долго. Во-первых, чтобы подождать, когда он прогрузился, мне надо подождать, пока вот прилетят бабочки, потом мне надо подождать, пока загрузится VTA Play Machine. О, пузыри пошли. Блин, пузыри тут еще не хватало. Да, кстати, если вы знаете, у меня пузыри на рабочем столе есть. Но вы, походу, это уже знаете. Да, вы это знаете. Пузыри, кстати, это тот раз есть фейт-вирус, но я, к сожалению, удалила. Я вам потом еще напомню в этом видео. Мне сейчас надо вытоплы машину. Кстати, у меня есть... у вас... Сейчас я вам скажу кое-что, но это будет очень глупо. Я хотел скачать идропы на... О, все, можно убрать. Я хотел скачать идропы названием Honest War, который мы, кстати, проходили. Про нее было у меня 3 прохождения. И торочим. А притом в том, я хотел установить Honest War версию VTA, но мне, к сожалению, потребовалось стачать VTA. А нафига я ее стачал? Потому что в ней ведь надо пароль. Я не знаю, это такой пароль. Вот электронную почту я знаю, а вот пароль нет. Пароль это что ли? Нет, да. Если кто-нибудь из моих подписчиков кто-нибудь его сворует, удадает, я его прибью. Я серьезно, ребят, я прибью его. Ой, да то я прибью, я же не знаю его места. Я его, знаете, что сделаю? Я его оскорблю очень сильно. Да, и, кстати, мне еще нужно подождать, пока опера появится, вот это. Потом еще тогда появится... И потом еще подождать, пока появится браузер Яндекс. А потом после этого еще надо ждать, тогда может появиться Discord. Вот Discord это последнее, что может появиться. Кстати, а тут, по-моему, хотел... Блин, а что я на паузу не ставлю, кстати говоря? Не знаю. Пока я вам объясняю по-быстрому.
Так видите, я еще скачал игру Top Hat, но проходить мы будем попозже, наверное, где-то через 3 или 4 недели. А знаете, этот я делаю видео? Я делаю вот так. Знаете ли вы не ютубера? Это, конечно, не ютубер, но у него 15 тысяч подписчиков. Его зовут Доборус. Так вот, я про него делаю РЮТП, про альтернативные танцовки. Так он играет Super Mario Bros. Кстати, Доборус играет Super Mario Bros. Часть вторая будет, следующее видео про него. Дальше буду делать эффекты, но я имею в виду не английские, а русские. Не там, там Game Major 4, там Fusion и так далее. Короче, я буду делать это, помните, эффект 2DOS. Я буду так делать каждый эффект, причем в Minecraft, потому что это пока что самое, ну не самое, это его второе длинное видео. Вы, наверное, ну, вы только сейчас меня слушали, я так понимаю, что из вас никто не понял. Да, походу, из вас никто не понял. Вот результаты сегодня, никто из вас не понял. А может и понял. Неважно. Короче. Что я хотел? Так я снимаю. Сначала я прохожу 5 игр на своем ПТА. Знаете, это дело? Сначала прохожу 5 игр на своем ПТА. Например, Сначала я прохожу Top Hat. Дошел до того момента, который не смог пройти уже 15 раз, то я вам говорю то, что я уже больше не буду проходить, посмотрю на YouTube танцовку, а это значит, что, ребята, мы прошли первую игру. Потом Saints Row 3. Я, конечно, про нее полностью снял, но я совсем забыл то, что у этой игры есть секретные транспорты, то есть секретные машины. Кстати, это так Watch Dogs 2, только еще, кстати, но, к сожалению, я не хочу особо так их выполнять. Я имею в виду, нет, я секретные машины буду, но я вам расскажу чуть-чуть. Короче, в Saints Row 3 есть только 3 секретных машин. И чтобы их получить, расскажу. Первая машина называется... Я не буду называть, это не называется. Первая машина появляется рядом с магазином Saints Row, где можно менять одежду, где там танцуют бутылки. Да, там чаще всего они бывают. И там, возможно, на 25% появляется машина головой. Через него можно стрелять огнеметом. И это секретная машина. Вторая секретная машина, это машина, которая вам дается за пройдя все дополнительные миссии. Да. Вторая секретная машина дается за прохождение всех дополнительных миссий. Я уже не помню, как она выглядит, но эту секретную машину я выполнять не буду, да. И последний секретный вид машины, кстати, последняя, это уже не машина, а вертолет, да. Я, кстати, увидел первую игру Saints Row 3. Это первая игра, которую я увидел, то, что в ней есть секретный вертолет. Тата попасть в секретный вертолет. Надо сначала в такое-то место там припортоваться. Там тот раз, кстати, будет вертолет, а там будет еще и секретный вертолет, которого можно получить только с помощью вертолета. Потому что там взлететь можно только с помощью вертолета. Ну или самолета. Блин, наверное, никто из вас ничего не понял. Да, наверное, ни одно слово меня не понял. Но если что-то понял, то можешь не писать комментарии, просто ставьте лайки. Да, и, кстати, это... И сейчас то, что вы сейчас увидели, если GTA Vice City, если хотя бы любая у меня GTA делает такую ошибку, то, что все заново, но я умею не все заново, а вылетает или делает, там, не знаю, вот такие траны, как у меня сейчас было, то это прохождение будет финальное. Короче, давайте вернемся к тому, что я делаю. Я делаю сначала, прохожу Top Hat, потом прохожу какую-то вторую игру, потом третью, четвертую и пятую.
После по порядку. А те, которые прошел, я их проходить не буду. Кстати, я вам, кстати, еще говорю. Помните, мы с вами играли в Geometry Dash 2, то что 2? Так вот, мы с вами играли в бету-версию. А наконец-то вышла настоящая дата игры Geometry Dash 2.2. И она выйдет в октябре. И, кстати, в этом месяце у меня тот раз день рождения. Короче, на своем компьютере я прохожу где-то своих... Ну, не своих, а прохожу 5 игр. После этого, так я прошел 5 игр, я... После этого, так я прохожу 5 игр на своем компьютере, я делаю реакцию на любого человека. Кстати, ребята, помните реакцию на вритмица? Так вот, я... Помните, говорил то, что я больше не буду на него делать реакции? Так вот, я его нашел, да, ребята. Помните ли вы мое видео под названием «4000 подписчиков в широкий путь найдет 10 часов»? Это видео у меня, оно у меня было, тогда у меня наступило 4000 подписчиков. А сейчас у меня 6112 уже. Ну, короче, теперь, ребята, в этом в чате он написал, по-моему, жестко. А, нет, он написал круто. И если вы найдете его, то зайдите на него канал. Кстати, у него видео, к сожалению, изменились, поэтому он стал так Едор Айдор. Печаль. Потому что Едор Айдор, он решил удалить все русские видео, решил делать по-английски, но нет, к сожалению, он опять стал, начал делать по-русски. Нафига он их удалил, блин. Ну ладно. Короче, я делаю реакцию на любого человека, а после этого, после реакции, я делаю видео по плейлистам. А если кто-то ничего не понимает, то я сейчас зайду в Яндекс и найду свой канал. Вот мой канал. Короче, допустим, я вот сейчас сделаю, вот видите, да, восьмой мой плейлист. И так вот, я вот, если я вот вижу, вот плейлист ДТА, допустим, у меня плейлист по ДТА 3. Я вот, если у меня попалась плейлист под названием ДТА 3, я делаю игру, прохожу любую ДТА, если попадется любая. Да блин, что у меня телефон падает? Давайте лучше приближу экран. Вот так. Да, вот, кстати, про Доборса, который я говорил. У меня про него уже 9 видео, 40-10 будет. Если это... Если у меня идет дальше плейлист в 7M2023, то я делаю по 7M2023. Но делаю я по плейлистам только после того, как делаю реакцию. Я делал по один плейлист, а после этого я делаю, то есть прохожу 5 игр, опять же, но на этот раз не на своем компьютере, а на Олином ноутбуке, 5 игр. После этого я опять делаю реакцию, делаю видео по плейлистам и пошло все заново. Опять 5 игр на своем компьютере, реакция по плейлистам и так далее. Запомнили? Моя программа делать вот так. Прохожу 5 игр на своем компьютере, реакция на любого человека, видео по плейлистам. Прохожу 5 игр на Ольном ноутбуке, любая реакция на любого человека, видео по плейлистам. И так до бесконечности, пока мой канал не будет забанен. Блин, это говорю там на каждом видео. Кстати, я в последнее время начал создавать такие-то видео уже. В последнее время я перестал создавать видео, но знаете почему? Потому что у меня дома был Стас и Вадим. Да, они у меня были 2 дня, поэтому я 2 дня видео не делал. Вот, извините. Кстати, 1 день назад, ё-моё. Видео это полный трэш, смотрели 60... Лайт хотя бы есть один? Не знаю. Вот нет. А для тех, кто любит предметы ДНТНР, мне кажется, ват в этом видео по-любому дизлайки будут. Но я так не уверен. Я не хочу себя делать кринж.
Я это видео создал, то есть не создал, а вот поделился, то есть ну, на свой канал отправил, ради того, что это видео буду смотреть только тех, кто любит предмет в школе, Один и ТНР. Да, у нас я в 6 классе, и в 6 классе у вас появится предмет под названием Один и ТНР. Один и ТНР это типа знать там что-то России, это тот, знаете, это тот предмет классный час история России, но только ничего не понимаю, поэтому бла-бла-бла. Ладно. Кстати, ой, часов чемпион. Тут у меня 8 лайтов, но тут не видно, но просто я помню там 8 лайтов, да. Если вы хотите, я буду делать таких видео очень много. Я имею в виду, они будут со смустой, но не со сок чемпион, а со другим я буду делать. Ладно, ребят, давайте я на этом уже закончу. А видеть, кстати, при том, что последнее прохождение было только... То, что, типа, знаете... Мне кажется, это видео надо назвать не последнее прохождение GTA Vice City, а видео так назвать. Я разговариваю с вами важной информацией. Ну ладно. На самом деле я назову GTA Vice City. Ну на этом все, ребята. Кстати, это то, что я под GTA Vice City, это то, что я буду делать по плейлистам. Следующее то, что я буду снимать, это 5 игр на ноутбуке. Но у меня, кстати, там Unitel есть, а там один вот сначала, Metatant версия 2.0. Ну ладно. Короче, на этом все, ребята. Всем удачи, всем. Егоров, Вадимов и меня. Да. А, и забыл, еще и Никитов. А, да, еще и Оля. И Архипов. И за Пашу. Это, кстати, по-моему, все это произошло. А, кстати, чуть не забыл. У вас есть вопрос. Где видео с Олей про Майнкрафт? Сам не знаю, но обязательно, ребята, я сделаю про с ней. Ну, а пока что на этом все. Всем удачи, всем удачных наслаждений моего канала. Ну, или мистера Виста там. Ну, ладно. Всем удачи!